Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 83, упражнение номер 4. Футбольный матч наша команда проиграла. Наши ребята забили на 2 гола меньше, чем их противники, которые забили 7 голов. Сколько всего голов забито в ворота в этой игре? Мы не можем сразу дать ответ на вопрос этой задачи, потому что мы не знаем, сколько голов забили наши ребята. Но можем это узнать, потому что они забили на 2 гола меньше, чем противники. А противники забили 7 голов. На 2 меньше вычитаем. 7 минус 2 получится 5. 5 голов забили в ворота наши ребята. Противники забили 7 голов. Теперь мы можем узнать, сколько всего голов забили наши ребята. И противники. К 5 прибавим 7. Получится 12. 12 голов было забито ворота в этой игре. Можем записать ответ. Ответ 12 голов. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.